Утро любого большого города начинается одинаково. Москва. Каждый из нас ежедневно выбрасывает примерно 1 килограмм отходов. Умножим на 16 миллионов жителей Москвы. Получится 16 тысяч тонн в сутки. За 3 дня в Москве создается мусора примерно столько, сколько весит Останкинская телебашня. Берлин. 3,5 миллиона человек. За 4 дня берлинцы создают такое количество мусора, сколько весит берлинская телебашня. Париж. Каждый год к 2 миллионам парижан добавляется около 20 миллионов восторженных туристов. За 3 дня мусора набирается почти столько, сколько весит башня Монпарнас. Вот прозаическая сторона красивой жизни. Мы вынесли отходы на помойку. Машины забрали содержимое баков. Дальнейшее нас не волнует. Мы свое дело сделали. Мы умываем руки. Человечество производит горы отходов. Они всюду. Природа уже не может их переработать. Мусор не гниет, не разлагается, не тонет. Он завалил Землю. Он в космосе. Отходы отравляют моря и реки. В Тихом океане уже образовался мусорный материк величиной с Европу. Мы действуем как плохой хозяин. Мы захламили одну комнату, мы идем в следующую, захламили там, идем... Но понимаете, все, других комнат уже нет. У нас только одна земля. Я на самом деле нахожусь вообще вот под этим давлением уже более 15 лет, и поэтому для меня мусор перестал быть мусором в понимании простого человека. Вот такую живописную картину мусорного апокалипсиса Антон создал у себя в офисе. И теперь старается всех убедить, что у нас только один путь – научиться правильно использовать отходы. За 15 лет работы с отходами я наслушался всякого, и мусорщик не самое ужасное определение, которое давалось мне и моим коллегам. Антон Кузнецов владеет пунктом сбора и сортировки мусора. Полезное дело делает, сражается с отходами и пытается научить людей сознательно обращаться с мусором. Для начала его разделять. Но победить брезгливое отношение людей к этому роду занятий и к тем, кто мусором занимается, Антон пока не может. Мой ребенок или на родительском собрании спрашивали, а кто вы такой? Я говорил, я инженер. Ну, по специальности я инженер просто. Я говорил, я инженер. Инженером работаю, все. И, а в какой области, какая специальность там у меня именно профессиональная какая деятельность, я как бы скрывал. Потому что это не вызывало у людей никакого уважения. Почему-то думают, что процесс разделения отходов начинается вот с таких пунктов или с контейнеров. Нет, он вообще в голове начинается. В 90-е для семьи Кузнецовых этот бизнес был способом выживания. Теперь Антон считает сортировку мусора не просто заработком. Это философия. Смешанные отходы переработать невозможно. Если мы все свалим в одну кучу, переработки
они не поддадутся. То есть их невозможно. Их можно либо сжечь, либо закопать в землю. Вот два варианта только у смешанных отходов. Больше ничего. Отходы не просто мусор. Это сырье. Из 670 алюминиевых банок можно сделать один велосипед. Из двух пластиковых бутылок – одну бейсболку. Из 60 килограммов макулатуры выходит 150 школьных тетрадок. Я вижу в мусоре разные виды полезных ресурсов вторичных, которые можно переработать. И переработав их, мы дадим не только им вторую жизнь, но и продлим жизнь себе. Несмотря на надвигающийся на нас мусорный апокалипсис, Антон видит свет в конце тоннеля. Зачем дышать? Зачем пить? Зачем есть? Затем же нужно разделять мусор, чтобы жить. Здесь, в самом центре Парижа, на Монмартре, живет еще один мусорщик. Вообще-то он бывший итальянский аптекарь, но переехал в Париж и занялся утильсырьем. Сам он считает, что заниматься отходами в Париже – это большой вызов. И самому себе, и человечеству. И оказалось, что парижанам этого как раз и не доставало. Мы называемся Международное интернациональное объединение по лохмотьям, Интерлок. Лок – это лохмотья, то есть одежда, которая уже отжила свое. Но это не только одежда, это самые-самые разные типы и виды старых вещей. А международное, потому что мы из самых разных стран. У нас есть итальянцы, как я, например, французы, испанцы, русские. Как нас только не называют. Центр утильсырья, центр повторного использования вещей, пещера Али-Бабы. Но я предпочитаю, когда нас называют сиротский приют вещей. Здравствуйте, мадам. У вас много вещей? Да, вот там у меня машины и коробки. Так что у вас там? Ну, коробки, много вещей. Например, у меня есть все. Одежда есть, книги есть, много техники. Как бы ее назвать? Ну, информатика, электроника. А вот куколка. Здравствуй, куколка, заходи. У нас маленькая квартира, надо было отсортировать какие-то вещи, отдать, куда-то их деть. Очень трудно избавляться от вещей, с которыми ты сроднился. Это как будто ребенка сдаешь, правда? Merci beaucoup. Au revoir. Замечательно, правда? Эти люди ведь не поехали в сдачу мусора, потому что знают, что здесь возвращают вещам жизнь. Они нам доверяют. Они не отдадут своего ребенка первому встречному. Они знают, что с этими вещами здесь хорошо обойдутся. Здесь работа построена так. С утра занимаются сбором вещей, ездят на грузовичках по району и собирают выставленные вещи. После обеда их сортируют по состоянию. Что еще годится к употреблению, рассылают по магазинам. У них их три. То, что совсем непригодно, идет в утиль, который они сдают в конце недели. Остальные вещи отправляются в мастерские на переделки. И это самая интересная часть работы. Взгляните сюда. Свет, мое зеркальце. Вот это зеркало было сделано из клавиатур компьютера. А вот посмотрите на это зеркало. Его рама сделана из одноразовых фотоаппаратов. А это настоящий сундук для сокровищ. Угадайте, из чего он сделан? Из старых велосипедных шин. Когда-то, в начале 20 века, художники первыми почувствовали наступление эпохи великого мусора. Пикассо, Брак, Дюшан, русские авангардисты вдруг обнаружили богатейший и при этом бесплатный материал для произведения искусства. И стали составлять композиции из обрывков картона, газет, сколачивать скульптуры из обломков мебели, сломанных гитар и даже унитазов. Это было вызовом обществу. Смотрите, мол, из какого сора растут уникальные произведения искусства.
Теперь это стало, пожалуй, даже необходимостью и вызовом обществу потребления. Посмотрите, у нас же общество потребления. Происходит какое-то гиперраздутое потребление в нашей жизни. Даже в наших лавочках комиссионных. Я потребляю, поэтому я принадлежу данному обществу, а значит, я существую. Понятно, я объяснил? Много лет прошло с тех пор, как эта некая извращенная спираль начала действовать. А что мы можем сделать? Чем мы можем помочь? Мы здесь как-то пытаемся поставить выбрасывание в какие-то рамки. Видите, у нас здесь антираспродажа. Антираспродажа плюс 20%. Вторая половина 20 века. Человечество вступило на путь тотального потребления. Новые модели, блестящая упаковка, мода подстегивают нас покупать, покупать и еще раз покупать. Мы покупаем и выбрасываем. Покупаем и выбрасываем. Покупаем и снова выбрасываем. Оставляй за собой горы мусора. Михаил Малков, инженер-технолог. Он знает, как избавиться от завалов мусора и извлечь из них пользу. Пластиковые бутылки. Из них делают кресла для стадионов, ведра, пленку для теплиц и даже одежду. Стеклянная тара. Из нее делают новую стеклянную тару. Металл. Из него делают новые лопаты, велосипеды и даже автомобили. Очевидно стало, что должна быть какая-то отрасль промышленности, которая фактически эти отходы что-то с ними делает. Использует повторно или уничтожает. Ну, то есть должна быть, как в организме, да, должен быть некий орган, отвечающий за утилизацию. Вот именно такого органа у нас, к сожалению, в стране нет. Михаил Малков предлагает такую отрасль создать в России. Его идея – строить в мегаполисах технопарки, которые не только уничтожают отходы, но большую их часть перерабатывают. Этот огромный мусороперерабатывающий завод появился на берегу Сены в 2007 году. Он любит принимать делегации туристов. Работники завода гордятся тем, как технологично у них все организовано. И действительно, здесь чисто, красиво и эффективно. Раньше здесь просто сжигали бытовой мусор, а сейчас мы сжигаем совсем немного, а в основном перерабатываем. Также мы собираем разного типа отходы – картон, пластик, железный лом – и перевозим их по реке. Мы находимся на берегу Сены, и это очень экологично и удобно. У нас есть цеха, где мы пытаемся найти лучший способ переработки для каждого материала. И у нас очень большой цех, где мусор сжигается и дает энергию. Сегодня вокруг мусора всеми исследованиями занимаются ведущие энергетические корпорации мировые. То есть все понимают, что мусор это ресурс. И ресурс, который, в общем-то, наверное, уже вот сегодня и сейчас начинает все больше и больше приобретать силу. Образцово-показательная Германия. Вас, наверное, удивит тот факт, что раздельно собранные отходы закупают у немцев в Швеции. Оказывается, для скандинавов это альтернативное топливо. 17% жилых домов в Швеции отапливается мусором. При сгорании 5 тонн мусора выделяется столько же тепла, сколько дают 2 тонны угля или 1 тонна жидкого топлива. Москва. Лаборатория микробных биотехнологий, кафедры микробиологии биофака МГУ. Здесь тоже получают энергию из мусора, но совершенно иным способом. Студенты, аспиранты, научные сотрудники выделяют здесь бактерии, которые потребляют органические отходы и вырабатывают из них энергию. Биологи проводят эксперименты и дают бактериям разную органическую еду – бумагу, опилки. Руководитель группы Андрей Шестаков даже кормил их чизбургерами. Это идеальный вариант органических пищевых отходов.
То есть там и злаки, и белки, мясо, соусы различные, и овощные какие-то компоненты. Все это там есть. Мы переработали этот чизбургер. Вот. И, собственно, после бумаги ему он показался очень вкусным. То есть там было такое количество водорода, что флакон вот такой, в котором мы культивировали наши микроорганизмы, просто разорвало. Но биологи никак не могли придумать, как можно использовать этот водород. И тут совершенно случайно мы познакомились с нашими молодыми коллегами с химфака, которые занимаются как раз тоже водородной проблематикой. А если быть точным, то по переработке. У них технологии по переработке водорода непосредственно в электроэнергию. И таким образом вроде как-то все очень красиво получается. У нас есть микроорганизмы, которые потребляют органические отходы и производят водород, а у них есть система, которая перерабатывает водород в электроэнергию. И мы решили это все вместе соединить. И, в общем, это изначально выглядело очень сомнительным. То есть мало кто верил, что это получится. Но в итоге вот так выглядит наш промежуточный пока что в настоящее время прототип нашей, как мы ее назвали, биореакторная топливная ячейка. Для того, чтобы зажечь небольшую такую маленькую лампочку, вот таких ячеек нужно будет 6 штук. Но я практически уверен, то есть, что буквально через там, 3-4 года мы оптимизируем эту систему, и их понадобится гораздо меньше. Ну, то, что энергетика нашей планеты будет держаться на этой технологии, у меня вообще нет никаких сомнений. Так вы считаете? Да, абсолютно уверен. Есть надежда, что это открытие даст человечеству не только альтернативное топливо, но и поможет в борьбе с горами мусора, которые растут на планете вдвое быстрее, чем население. Вот они, плоды человеческой деятельности. Знаменитая свалка под Рио-де-Жанейро. Сюда стекаются отбросы общества во всех смыслах этого слова. Нью-Йоркская свалка – это уже 4 квадратных километра мусора. Жилой квартал на окраинах Каира называют городом мусорщиков. Женщины и дети вручную перебирают горы отходов. В Подмосковье более 200 несанкционированных свалок. На территории России находится почти 100 миллиардов тонн мусора. Вы знаете, это трудно вообразить. Представляете, гигантских мусорных башен можно вообразить на территории России почти 100. Но дело не только в количестве. Сегодня мы с вами используем и выбрасываем совсем не то, что 50 и даже 30 лет назад. Лампы дневного света или энергосберегающие. Мы пользуемся ими повсеместно. И довольны, что экономим электроэнергию. Но именно такие лампы содержат смертельно опасный металл – ртуть. Десятитысячная доля миллиграмма ртути приводит к тяжелейшему отравлению. А организованный сбор этих ламп у населения еще не налажен. Я вынуждена выбросить эту люминесцентную лампу в контейнер с пищевыми отходами. Это, знаете, как непредумышленное убийство. Я не хотела убивать, но я убила. Вот так случилось, потому что так сложились обстоятельства. В одной люминесцентной лампе содержится 15 миллиграммов ртути. Разбить одну лампу – все равно, что разбить 15 градусников. Человечество сначала изобретают, и только потом, когда эта техника и приборы устаревают, мы начинаем лихорадочно искать способы их утилизации. Здесь, на территории московского предприятия «Промотходы», принимают и перерабатывают электронные приборы. Это все возможные ксероксы, копиры, это большой кусок электротехнического оборудования, всевозможные прерыватели, шкафы электронные. Это Василий Суранович, инженер, окончил МФТУ имени Баумана. А нашел себя в утилизации электронного лома. Приходится все это сортировать. Почему эти все электронные приборы, а их действительно очень большое количество, требуют такого бережного отношения? Самое первое и главное, они все содержат тяжелые металлы. Попадая в окружающую среду, вот эти же тяжелые металлы, сложные химические и прочие соединения, они живут своей жизнью, и большинство из них может вступать в различные реакции, но в результате все они попадают к нам с вами.
Одной батарейки от карманного фонарика достаточно, чтобы уничтожить все живое на 6 квадратных метрах земли. На предприятии Сурановича ежедневно перерабатывают до 20 тонн отходов. Главная задача – обезвредить ядовитые вещества. Но это не все. В электронных приборах, кроме токсичных элементов, есть то, что может нам еще пригодиться – медь, алюминий, серебро, пластмасса. Перерабатывающие установки придумали инженеры предприятия. Например, они выделяют серебро из рентгеновских снимков и кинопленки. Делают плитку и черепицу из остатков пластмассы и стекла. Выделяют медь из обычных ненужных проводов. Из тонны вот таких отходов электронного лома мы возвращаем с помощью вот такого производства около 80%. То есть это 80% не надо будет копать ни на каких там сибирских или уральских копьях. Все это повторно может быть использовано. Из одной тонны компьютерного лома можно получить 480 килограммов черных металлов, 200 килограммов меди и 1 килограмм золота. На самом деле мы просто, да, переработчики отходов. Буквально те, которые наступают нам с вами на пятки, которые угрожают нашей жизни. Япония. Август 2011 года. Эти кадры потрясли весь мир. Закончилась эвакуация, провели спасательные работы. И тут же в районы бедствия пришла служба уборки и сортировки мусора. Все, что было искорежено, изломано, навсегда убито наводнением, было собрано и прошло тщательную сортировку. Пришедшие в негодность автомобили пересчитаны и явно пойдут в дело. Даже в такой трагической ситуации японцы не позволяют себе разбрасываться отходами. Япония перерабатывает 96% отходов. Германия – 95%, Польша – 13%, Россия – 5%. Когда говорят про наши, там где-то американцы сознательные, а уж германцы, вообще у них в крови написана вся эта щепетильность и аккуратность, я всем могу сказать «нет». Мы не хуже их. Галина Павловна Сапожникова – биолог, борец за чистоту. Она долго и с большим трудом отстаивала раздельный сбор отходов в родном городе Пущино. И теперь уверена, более надежный способ не чиновников убеждать, а научить детей правильному обращению с отходами. И вытряхивайте. И в конце мы должны увидеть, сколько реально можно отвезти на полигон после сортировки. А все остальное можем извлечь. В мире за одну минуту используется 1 миллион пластиковых пакетов. В среднем такой пакет живет около 12 минут. Было 2 килограмма, осталось 0,2 килограмма. Все остальное можно переработать. Вот таким добром мы разбрасываемся. И каждый день в мусорное ведро отправляем очень много ценного и полезного. Сколько можно, хватит уже. Галину Павловну называют одержимой, чудачкой, неистовой. А она пытается спасти мир от экологической катастрофы. Хотя бы в своем родном Пущино. Я побывала в Канаде. Они меня включили в делегацию. Как у них там обращаются? Против меня были высокие чины, какая-то там бабка едет с какой-то стати. А они настояли. Я ездила, и все эти чиновники только побывали там и забыли, что они там были. А я продолжаю работать. Галина Павловна проводит занятия по экологии в школах. Организовала экологический лагерь. Лагерь из разных школ, из разных городов. Сейчас у меня из Воронежа, из Краснодара третий раз парень приезжает. И из Парижа даже у меня дважды приезжала. Так что у нас разные дети тут бывают. И, наверное, чего-то кому-то западает другое, да? И кто-то вспомнит, аукнется это. Обязательно. Еще раз, кто мне поставит правильную запятую. Сжигать нельзя использовать. Поставьте правильную запятую. Сжигать нельзя. Запятая, да? Сжигать нельзя, надо, значит, использовать, да? Я вышла на пенсию и завела компьютер простенький и начала описывать свою жизнь. Описала. Это была одна жизнь. Моя рабочая жизнь такая вот, да? Студенческая всякая. Вот сейчас я прожила вторую жизнь. Именно в мусоре я его нашла. И, наверное, я этим горжусь.
Пора кричать действительно караул. Отходы скоро нас закроют, захлестнут. Достаточно понять разницу между вот этим всем и небом. Насколько прекрасно небо и ужасно все то, что нас здесь окружает, для того, чтобы начать действовать, да? Да, поэтому ну, делали главное и делаем главное как бы для себя, вот, исходя из неких своих внутренних взглядов на жизнь. Делаем и делаем. А что мы оставим потомкам? Вот меня это волнует. Вот не знаю как, у меня нет, к сожалению, своих детей, но меня волнует, чего останется моим детям. У нас во Франции появилось немало собратьев, которые работают по тому же принципу. И не только во Франции, но и в мире. Нас становится все больше и больше. Мы все в одной лодке. Мы либо все, в общем-то, сумеем обеспечить достойную жизнь своим детям и внукам, либо нас всех не будет.